вопрос. Вагоны запах удона, вот он посидел. Вот тут такой подводный мир. Рыбок мало, но это сейчас. Все, пошел опять под воду. Привет! С вами в эфире Вадим Кинолог. Только что видели, да? Вот я, лагуна за Посейдоном, проплыл, берег видели, то есть аккуратно рыбка меня, видели, красивая, сопровождала, поэтому очень аккуратно, место дикое, реально рекомендую обязательно, если вы приехали в Альбатрос Цитадель, обязательно один раз надо сходить, проплыть. Вариантов, я же говорю, можно зайти с Королевской и сюда заплыть, выйти, можно отсюда зайти, выплыть, или просто прийти сюда, поплавать, именно окунуться в такое дикое место, и в принципе есть что посмотреть. Мы плавали и туда далеко, поодинокие кораллы есть, то есть действительно. Еще раз повторяю, смысл имеет. Плюс смотрите, какой увидите берег. То, что не всегда в Египте присутствует. Все, спасибо всем за внимание. С вами был в эфире Вадим Кинолог.